Американцы в Пошехонье готовят. Этнокультурный комплекс деревня Тыгыдым стал площадкой для съемок американского документального фильма о национальной кухне, традициях стран и всемирно известных поварах. Познакомиться с обычаями именно ярославской глубинки приехал один из 100 лучших поваров мира Владимир Мухин. Он признался, что особенно его впечатлил уникальный рецепт пошехонских щей. Рецепт очень простой, очень интересный, да, потому что я варил щи всегда на квасе. Здесь используется колодезная вода, и внешние листья капусты смешиваются с морковкой. Я обычно внешние листья только использовал. Но вообще, это уникальный способ приготовления серых щей, никто так не готовит. Провинциальная атмосфера и пошехонские рецепты поразили всю съемочную группу из США. Особое внимание в фильме уделили медоставу на пасеке и медоварне. В эфир фильм о Пошехоне выйдет в феврале. Мы выпали из привычной жизни. Здесь для нас все в новинку, все очень интересно. И главное, вкусно. Вы одного из лучших шеф-поваров мира удивили, а нас тем более. И, кстати, я всю жизнь мечтал увидеть настоящую русскую печь. Мечта сбылась.